мне интересно, зачем заводить собаку прямо на детской площадке? Вот у них дом прямо около детской площадки. Она все время вот так вот орет, пока дети гуляют, вот так она все время лает. Вот какой смысл? Вот либо надо воспитывать собак, чтобы они так себя не вели на детской площадке, либо не заводить вообще. Нормально? Вот детская площадка. А вот она орет все время, когда... На мой взгляд, либо собаку нужно воспитывать, и тогда держать ее на улице, вот чтобы собака хорошо, нормально себя вела. Вот так вот проходишь, гуляешь с детьми, летит собака, на забор бросается и лает. Вот разве это один нормально? Раз у меня няня гуляла здесь с Теей, и собака просто выбежала. И вот так вот на них бежала и лаяла. Вот я не понимаю вообще смысла. Ну здорово, большие собаки, я очень люблю собак. Держите их тогда дома, если вы так хотите.